Hey, yo guys, с вами Шимки, и мы продолжаем бродить игру по названием Borderlands The Pre-Sequel. Окей, нам нужно побежать с вами в этот. Там какие-то у нас новые задания появились, довольно много новых заданий. Смотрите под ноги. Добраться до туннелей, ведущих в Вен-Легион. Вен-Легион... Гелиуса. Легиона. Так, нужно сразу будет магазинчик где-то найти. Палуба 13, это гиберзвет-центр и многое другое. Так, здесь у нас просто дохерища миссия, ребята, с вами. Я думаю, успеем хотя бы какой-то из этих промежутков выполнить. У нас тут и сюжетная, и 4, кажется, побочных. А, нужно ставить было еще все. А я ж продал, да, кажется, все. Да, я, кажется, продавал вещи, поэтому все нормально. Угу. А еще задание появилось, ништяк. Кто-то там веселье не умер. Я бы не в восторге, но... Слушайте, может Гу... сразу еще в этот слетаем? Стоять. Каньон Пустоши, Конкорде. Го сразу в Конкорде еще слетам, если там еще тоже есть задания побочные, мы их сразу и возьмем. Чтобы я после этого не бегал туда-сюда. Как идиот. Так, мы сейчас здесь, ну, в Конкорде возьмем задание, если оно есть. И возьмем задание еще в там, где у нас все миссии. А 13-я подпалуба, я даже не знаю, где там, какие призраки или что типа того. У нас это типа место еще закрыто и засекречено. Сразу смотрим на карту. Все, у нас здесь ничего нет. У нас здесь больше ничего не держит. Значит, Гиперионский центр, полетели. И можем все делать, как хотели. Только нужно будет посмотреть, где, как далеко у нас находятся те или иные миссии. Или сразу пойти взять еще вот эту вторую второстепенку. Так, в баре Мокси вверх ногами. В Конкорде представляет самые разные виды напитков, скорее всего. Так, как далеко мне бежать? В принципе, не очень далеко. Так, на Гелиуса. Бордажная команда. Голос разума. Далеко. Срочные сообщения. Не очень далеко. Горячий парень. Но срочное сообщение, по сути, самое ближе. Ну да, в принципе, так обойти. Вулканы из-за сисек. Тьфу, прошу прощения, какой-то кретин их завладел. Легион завладел моим голосом. Термил и заставляет меня говорить всякую чушь. Их нужно убить. Robotic maiden from speaking obscenities. Understood. I'm not an AI. I'm a person. I sit in a dark room and read what I'm asked. Так, в смысле, что у нас задание? Голос разума довольно далеко стоять. Нам нужно это. Привет, меня зовут профессор. Хранилище, искатель хранилища. Ёлки-палки. Почему меня кислотой, блин, обрызгали? Ой, я сейчас, походу, сдохну. Так, ладно, отхилиться, сбегать. Все-таки закупимся, наверное, патронами. Так, ой, снайперский урон. Опа. Спасибо.
Инвентарь. Ну, типа, разница 1%, но 1% в какой-то степени может и что-то и решать. Так, для снайперки патроны купить. А, так у меня было фул. Окей, давайте тогда вот что делать. Конечно, у нас сейчас... Можно просто быстро все побегать. Именно побегать. Никого не убивая, да и все. Так. Чистый бунт. Пора достаточно одной искры, чтобы разжечь пожар революции. Только искры может стать недовольно... Так, недовольный робот, преданный своему делу. Все микроботы должны быть уничтожены. Несколько моих роботов-уборщиков попробовали, и их не... Так, они вылезли из своих убежищ. Так, чистый бунт. По сути... Давайте, ладно, жетон прокачай. Урон надо хранать. Урон стих, урон. Урон от стихии. Стих, урон. Так. Как раз мне сюда нужно забежать. Я тут пробегу и тут зайду, куда мне нужно еще. Так, перевернуть урну. Это бунт. Переверни урну, чтобы создать беспорядок. Мусоразорно... Так, раздражает меня. Ну, обнаружен беспорядок. Поймайте робота-уборщика. Один уборщик есть. Мы еще на шаг ближе к микро... К микробагердону. Так, чтобы выманить других роботов. Так, блин, почему на G это... То, что мне нужно. Стоять. Найди Дина. Тут у меня есть сотрудник по имени Дин. У парня серьезные проблемы. Закажи когда-то рядом, найди его и помоги ему исполнить, пока он не записался в забытый легион, если нет... Где? Откуда? Это что такое? Нас они дикие. Давай, 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 патроны собирай. Перебить охрану. Эй! Так, все? User
Неизвестный пользователь в авторизации отказан. Открой двери вон с той стороны. Оставай терминатора, скорее. Джек примерно должен меня услышать. Тихо, хороший ящик. Хороший ящик. Ну? Кто следовал использовать терминар? Сообщите. Видимо, дело в том... Кто это? Назовите свое звание и номер. Это название... Подобие. Чё? А, то есть мне нужно было не отходить, да? Воу! Ты мне нравишься. Всем отрядам срочно добраться. Погучи вот это там. А! Джек должен получить мое сообщение. Защити меня! О господи, у нас всех пробивает защиту. У меня пока я перед сообщение. Если Джек получит его, моей смерти уже не будет. Напрасной. Хорошо, давай. Тихо, ну так тогда. Готово. Ой, тихо, 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 тихо. Сейчас зарохнут ведь. Его ведь грохнут. Я должен успеть. Так, а где проход? Попробую еще найти. Как мне бесят такие уровни. Да-да-да. Давай-давай-давай-давай. Все. Отправим сообщение. От кого? Профессора Накайма? Кому? Джеку. Теперь осталось ждать. Так. Ой, еще есть задание. И все на этом здесь, да? Задание здесь, да. О, ну поехали. Поехали, поехали. Так, давай, игра, разворачивайся. Времечко, времечко. Нужно бежать. Взять баллончик с краской. Готово.
claptrap and ask it to draw an image of my adoration. A testament to the man who brought me here. Yellow's his favorite color, and appearances matter, so if everything's yellow, he'll... Офис Джека. Так, бронирована рак, которого можно узнать по желтой полоске здоровья. Устойчив к огню. Find a claptrap near Jack's office. After the robot makes the painting, Jack will walk by it every day. Look at this smut! While you're ага, ты. Хорошо. Thank the almighty robot policeman. I'm not stuck at a desk like these jokers. That one, he's not busy. Вот этот. Он ничего не занят. Он создан мой шедевр. Hello. Draw a picture of Jack so that an incredibly awkward romance may blossom. Ах, я хотел потанцевать. Да? Что это за хрень рисует железяком? Похоже на какого-то порхающего торгового автомата. Он ничего не понял. Придется послать... Так, цветы, я послал немного вокруг станции. Думаю, собери букет. Ну и вот это бегать, искать. Ну, думаю, что успеем сделать. Оружие Торг стреляет взрывоопасным пули, это круто, большие буквы. Долго. Отлично. Здесь я туда иду. Save the robotic maiden from speaking obscenities. Understood. I'm not an AI. I'm a person. I sit in a dark. I planted these. Symbolize death, permanence, open mouth kissing. Да хорошо. Разместить цветы. Прекрасно, теперь то он никогда не сможет пройти мимо них. Но точно заметит меня. Опасность, возникающая пожара, цветы. Так. Заграждаюсь вдох и в офисе. Просьба сжечь возникающего пожара. Что? Нет! И у меня разве есть с помощью чего можно жечь? А, да, есть. Ясно. Да, кто тут устраивает братик на мои... Это я, сэр. Профессор Никаны. Я ги... Мне насрать. Ты достал меня своими идиотскими выходками. Активно выдвигаешься. Так, хорошо. Так. Это я могу сдать уже здание. Добавить первую запись с эхом. Так, это где на карте? Так, а есть еще где-то что-то? Trying to save the world, creepy guy. But I will make you immortal.
Alright. Just ask Jack as many questions. Я хорошо просто задавать Джеку любые вопросы с опросного терминала. А я забью ответы в симулятор ИИ Джека. Почему вы лучший? Я вас умоляю. Да? Задать вопрос. Есть ли у вас семья? Жена? Дети? Следующий вопрос. Опишите ваше детство. Папа умер молодым, мама у меня сбегала со своей мамой. Ясненько. Так бы вы хотели умереть? Ну, не знаю, где-нибудь в тепле, может, рядом с классной цыпочкой. Так, стоп, а с чего у меня умирать, если эта хрень типа сделает не бессмертным? В цифровом виде? Ваши воспоминания в личность будут записаны на жесткие диски и активированы после вашей смерти. В цифровом виде? Это фиговина смерти. Ты мне надоело, интересно заканчивается. Ну ладно, теперь нужно скомпонировать данные. Сейчас я залью ответы Джека ИИ и найду ее способность чувствовать. Я робот Джейк. Убить всех человеков. О, круто! Зломная харизматическая компьютерная версия меня? Неплохо, Накаяма. Убивать, убивать, убивать. Робот Джек, робот Джек! Скажи, ну я тебя сейчас сломлю. Слово в слово. Нет. Нет. Круто! Я и сам бы такое мог сказать. И сказал бы. Я красавчик, а ты умрешь. Так. Ура, я сделал это! Теперь мы с Джеком. Так. Так. О, это далеко. Возможно, я создал крохотный генетический монстр, который живет в мусоробаке. Так, уничтожи всех и вся. Не хочешь заняться этим проблемой? Ну окей, займемся. А, это карта. Так, построить водопроводный бунт. Дайте, это у нас... А, чистый бунт. Хорошо. Сейчас тогда пойдем в ту сторону. Это кратчайший, да, путь? Ну, более-менее кратчайший. Так. Дым. Поехали. Урезаем. А, ну не так значительно, на самом деле, у меня отнимается. Патронов. Прострели трубу, прострелите водопроводную трубу. Что? Ни хрена себе. Я понял, хорошо, давай. Все, все, все. Пипец, ты меня так бочка задела, получается, с кислотой. Так, тихо, 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 тихо. Так, куда мне идти? Куда-то внизу, да? Я понял, прострелить бочкой с нефтью. Так, а как мне... Ага, все, вижу спуск. Ни хрена себе. Он быстрый. Ну, эта херовина сама их убьет. Может быть.
Sid. Так, все, сдать задание. Так, готово. Опа, новый образ. Новый образ сейчас у меня будет. Так, хорошо, поехали далее. Так, команда. Так, приземлиться, инвентарь. Вот на облик у меня был получен. Интересно будет его примерить. Тогда быть первую запись теха. Эй, ты уже внизу? Наверное, было бы предупреждением тебе. Виноват. Да не, все нормально, я успел отскочить. Что это за тварь? Мэг. Воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу. Манать, 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 манать. Это знаете, чем-то наподобие этого? Как он называется? Ой, я забыл. А, так оно еще зажимается. Давай, 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 давай. Ну давай, давай, давай. О, спасибо, спасибо. Давай, возвращайся. Это знаете, вот это все, вот это вот момент, похож из Звездных войнов. А стоять, а где первое эхо устройство? Первое эхо устройство. You're in the gun shop. I don't think Jack would mind if you grabbed a couple pieces of gear. You've earned it. And he really likes both of us, so you know. О, так тут у нас новые снайперки появляются. Только мне все равно эхо устройство не дали. Ангел зачислил, что там у нас есть. Это Нокс. Сегодня на 3 часа ночи, так наемница Копья. Афина дезертировала заодно, убив десятки полтора, так однако она разбудила на двое по вертикали. Самое смешное, что она оставила жив. Кто остался жив, так посыл заказать за чего? Так нам нужно как-то отсюда выбраться, я походу вообще не ту миссию выполнил. You want to kill somebody, you hire someone who doesn't give a rat's ass about the job. Regardless, she escaped. With any luck, she'll come back one day and kill all of us. Knocks out. Doc, I like it. Так, вторая эхо находится довольно далеко. Но я могу взять вот эту миссию. Так, далеко ли она от первой? Голос разума. Да, подальше будет, поэтому берем парня. Acquired...
Так, новый облик для игрока получен. О, отлично. А, не вожу, не вожу. Ага, все открыть. Все, давай, 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 собираем, собираем. Ух, ты ж ё-моё. Если у меня нет так наладиться с видеоигром, мне очень легко вывести из себя. Если кто-нибудь меня выиграет из настолку, я могу избежать их кикнуть. Успокойся, мальчик. Так, мне нужна пушка получше. Так, давайте ледяную, да? Jack left me here and doesn't pay very well, and now you will suffer my verbal wrath! I hate fucks! Kick your ass! Don't hurt like most things! If someone likes something I don't like, wrong side, Ball Hunter! Their aspirations! If someone doesn't get like ready something to die. I want to fuck and his family! А, электричество разрывает их. So angry! Охладить пыл. Так, ледяная пушка. So angry! That one's not good. If someone likes something I don't like. Если кто-то нравится, что это так. Выполнено. Так, следующее задание. Голос разума. Пусто, ясно. Так, для снайперки патроны. Эй, пацан, сюда искать палку. Прошу тебя, убей этих. Этих? Прекрасно. Да, кстати, можешь заодно доставить мне какую-нибудь нормальную книжку для чтения вслух? После этих... Книгу. Так, найти три книги. До свидания, ребятки. Так, еще одну книгу. А по прямой побежим. Так, и вот последняя книга. Так, замечательно, теперь прошу их мне, и я смогу наконец-то их поотокрыть. Там я где-то вон почту видел. Это не она? Положите книги в сканер. Да, готово. Нельзя судить, что нужно жалкий нищий. Сверх нужно иметь что-нибудь. Эй, Диктор, это очень коротное чтение. Давай как-нибудь повеселее. Типа, в жопе не люблю. Жаль, без суфли. Почему что-то голос? Так. Тихо, тихо, тихо. Теперь вот это.
so glad we hired you. Just turn in the mission, Vault Hunter. Так, задание готово. Сейчас мы, по сути, уже даже можем апнуться до следующего уровня. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Второе эхо устройство где-то здесь. Только где? Второе эхо. Это можешь быть. Ладно, фигня в том, что оно нигде не отображается. Там вот фигня. Да, здесь нигде нету. Может, наверху где-то лежит. Ага, вон. Так, дай теперь послушать, конечно. В розовых по всему окружной профессиональных убийцах, известная как Ниша, разыскивается за ограбление банка, появляющегося в бесчисленных местах, вне зависимости от стани и убийства нескольких чиновников. Без чиновников? Не-не-не, похоже, это обычная бандитка. Эти чиновники были самыми обычными бандитами, так убравшись всех, кто стоял между ними, кружкой. Так, это разумных лагеря. Вот так, то есть бандиты, убивавшие друг бандитов? А ты в курсе, у них есть кто-нибудь еще? Уверен, хорошо, да быть третий последний. Хотя бы не так далеко здесь. И находится здесь? Я походу у робота. Ладно, включаю его. Привет! Ну что потом, мы еще... Включи его, выключи! Как я создание идеального робота-убийцы, если эта тварь все время пускается в пляс? Это заложено в его базовой программе. Тебе не добиться этого идиотизма. Можно научиться так. А это отличная мысль. Спасибо, Солнце. Я обожаю тебя. Какая неверная... Так, трагедия. Так, последняя запись. Хорошо добыть. Сразу нужно идти в самое в такое место, чтобы враги не херячили по мне. Засекли, окей. И как вы представляете мне забрать ее? Ну что, ну это фигня, ну что это за фигня? Ай. Так, третье оружие, что у меня было? Так, это не поможет. Так, это огненная пушка. Мне нужно лазерная. Так, ток.
есть путь. Да. Давай, давай, убит, все. А как мне достать ту херь? Так, ладно. Ведь мне по-другому туда не залезть никак. Мне по-другому туда не залезть. Добыть последнее эхо-устройство. Только отсюда. А все, да? Так, ладно, ширп ненужный выкидываем. А, у меня два мода есть. А, все равно выбросить. Думать, как залезть. Тоже не то. Большая пушка. О, там ее можно достать. Можно достать, но очень тяжело. Блядь. Может, сразу нужно заюзать? Да ёлки-палки. Есть. Поисковый профессиональный наемник работал на все роботокорпорации. Количество жертв, типа, заграничное, это хорошо. He was born with a very mild case of bone waste, which means he's had a lot of skeletal implants. Subsequently, he may have gotten addicted to cybernetic enhancements. He's addicted to surgically shoving metal into his body. Yes, he'd be a good hire, but you'd run the risk of him being more machine than man after several years of service. Frankly, Angel, that sounds totally hostile. In his defense, cyborgs are beautiful. Lady Aurelia Hemlock. Adventurer, tycoon, and stone cold bitch. Давай, давай, фаст там. Дай уже по кругу бегать. Боже. Я серьезно бегаю в одном и том же месте. Развивайтесь. Так, ладно, возвращаемся тогда к Джеку. Джек, я иду тогда к тебе. Через офис Джека мы тогда телепортируемся в это место. Сдаем задание. По сути, все сделал. Даже сказочный герой мне так... Блин, нужно будет сдать задание и попродавать все. Ага, у нас тут есть доска объявлений. Да, хорошо. Еще есть какие-то у меня данные? Да. Так, есть задание.
Отсюда телепортируемся. Там, кажется, было не очень далеко мне идти. Или далеко, или мне нужно вообще идти туда, куда я не мог зайти. Заряд для РПГ стоит дорого. Но это разве РПГшка? Это быстрее лазерная пушка. Так, не сходишь в состояние бета-версии и постоянно улучшаюсь таким навыком, как вы меня победите. Так, я апнулся или нет, интересно? Нет, я не апнулся. Да уж. Ну ладно, серия будет на 50. Все равно непонятно, куда идти. Типа ни там, ни там нету прохода. Дверь не открывается. Внизу дверь тоже не открывается. Только тогда с этой только стороны. Кстати, может... О, ну где еще было, оказывается. Так. Это... И у нас только получается сейчас основное, да? Скорость заряда щита, задержка заряда. Да? У нас остается сюжетка. Ладно, погнали тогда до сюжетки. Да, если бы я без вот этих прыжков делал, это вообще было бы, наверное... Еще на две серии. Две-три серии. So, welcome to the access tunnels. Had to shut them down a while back because of some sort of viral infection. I'm sure you'll be fine, though. Just don't, you know, inhale. These tunnels would have housed a high-speed shuttle system if we hadn't stopped construction. That said, the tunnel leads directly to the Eye of Helios. Так, по сути, нам там недалеко остается играть еще. Это когда мы были в исследовательском центре, это была 8 глава, всего 11. Это, кажется, смотреть под ноги, или как-то так глава называется, наверное. Так, вам когда-нибудь хотелось стать настоящим искателем-хранилищем? Ладно. Давайте тогда на этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока. Ладно, сейчас он договорит. Всем пока.